Вот такой вот лазер китайский. Новый блок питания куплен на eBay. Все включено. У нас здесь вот такая вот штука, выстрел 100%. Здесь с выхода высокого напряжения делитель из 10 сопротивлений по 10 мегом каждый, то есть всего 100 мегом. И в конце вот этот вот маленький резистор на 100 кОм. И с него, собственно, два провода идут на мультиметр. Вот он показывает 11 милливольт сейчас в дежурном режиме. Вот. Вот, собственно говоря, здесь есть кнопка тест. Вот, и сейчас по нажатию этой кнопки посмотрим, что здесь станет с ваттметром. Давай, нажимай, подержи секунду, отпускай. Так, сейчас у нас 1,167 вольт. Держишь, да? Да. Отпускай. Нажми еще раз. Ну, скачок напряжение. 1,168, отпускай. Было 2 с чем-то. Ну, это все равно мало, то есть должно быть все равно мало. Много-много больше. Mm-hmm. В общем, вот такая штука. То есть я понимаю, что если 1,168, собственно, на 100 киломах, то на 100 мегомах должно быть 1168 вольт. А блок питания это должен выдавать 50 тысяч, я понимаю.